48 лет, ровно столько стоял этот механизм без ремонта. 84 колеса, тонны металлических конструкций. Но в этом году этот ремонт наконец сделают. Вся 3D-рама началась масштабная реконструкция сцены. Сделали не все во время прошлого капитального ремонта, или как ее называли, реконструкции. Если штанкеты, верхнюю механику сцены там поменяли и, в общем, привели в порядок, то нижняя механика – это механизмы, которые вращают круг и кольцо, они оставались в прежнем виде, только поменяли планшет сцены, покрытие самой сцены деревянное. А эти все механизмы, в общем, вот с 72 года, представляете, они все уже износились. Сцена будет сделана из архангельской сосны, вокруг отделка букв. Но это специальный брус, который клеен, который идет по плотности, который идет для театральных сцен именно. Он должен иметь определенную твердость. Слишком твердое дерево нельзя, поскольку здесь приходится для декорации вбивать скобы. Слишком мягкий, он стирается. Теперь этот круг и кольцо будут двигаться автоматически. Раньше за этим процессом следил специально обученный человек. Сейчас ему будет гораздо проще, процесс будет автоматизирован. Сейчас есть метки у них на круге кольца, и оператор должен стоять и совмещать. А это будет все перед ним. Вот так же компьютер, и там будет все это видно. Кстати, ремонт сцены – это подарок театру драмы на 100-летний юбилей в следующем году. Из краевого бюджета на это выделили 35 миллионов рублей. Но это сердце механизма или нет? Сердце механизма как раз вот те двигатели и путь управления. А это, скажем, основная опора. Основная опора. Ну, а сердце механизма вообще-то это режиссер. Сейчас работы только начинаются, но уже сняли металлические конструкции и 7 километров троса весом тонны, которые держат декорации. Уже начали разбирать деревянные конструкции сцены. А это значит, что к началу сезона театр драмы выйдет на новую сцену. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.